Свой новый сезон шоу-театр «Премьера» открыл программой «Магия солнца». Идея создать попурри из танцев народов мира пришла в голову главному балетмейстеру Валентине Скобликовой. Но пролог тематической программе поставили без привязки к какой-либо стране. Масштабный номер назвали «Солнце, золото». Наступил такой момент, когда вот уже была старая программа, она уже отработала свое, и какой-то начинается момент, когда ты понимаешь, что дальше делать. То есть Париж Бродвей мюзикл есть, по мюзиклам «Русское кабаре» интереснейшая программа есть, «Величайная Россия» есть, что дальше? Танцы народов мира – это беспроигрышный проект. Это всегда интересно. Но вот как сделать, чтобы не просто было танцы народов мира, песни, а что-то интересное, в какую-то вложить туда мысль, идею. Солнце встает на востоке, а заходит на западе. В такой же последовательности решили поставить танцы народов мира. Все хореографы, которые ставили танцы, они владеют, так скажем, культурой самого танца, именно народного танца. Естественно, как мы не отходили от традиции, мы танцы наши стилизовали все равно. То есть стилизовали всегда, в каждом танце присутствует элемент современности. И программа насыщена не только звуковыми, так скажем, аранжировками, в которых присутствуют современные звучания, но также у нас в этом году мы ввели некое такое новаторство для шоу-театра. Мы использовали практически все возможные у нас технические средства в плане оформления сцен. В оформлении использовали весь арсенал творческого объединения «Премьера». Пригодилось и оборудование для лазерного шоу. Мастерские театра несколько месяцев трудились над созданием костюмов, ведь танцовщики и вокалисты переодеваются для каждого номера. В итоге для «Магии солнца» было сшито 400 костюмов. Вокалисты пели на французском, итальянском, иврите и японском языках. Шоу-театр представил танцы 20 стран колоритно, зажигательно и сохраняя все национальные особенности. Новая программа, ждать которую пришлось почти 6 лет, произвела хорошее впечатление на публику. В ближайшее время в нее добавят еще несколько номеров. Какие это будут страны, пока хранится в секрете.